Девочки, мальчики, добро пожаловать на мой канал, на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, и сегодня у меня будет распаковка и обзор коробочки красоты от фирмы Ile de Beauté. Я ее заказывала, когда она там, по-моему, она стоила 1390, и я надеюсь, то, что эта цена оправдана за эту коробочку, потому что на сегодняшний день это самая дорогая коробочка, которую я вообще себе заказывала. Ну вот, написано то, что сделала заказ, я делала заказ и заказывала ее, в общем. Рандеву с маркой, то есть такая вот коробочка. Сейчас мы ее распакуем. Такая вот обычная оберточка. Черная лаконичная упаковка. Кстати, я уже много раз говорила, наверное, о том, что вот такие вот коробочки мне нравятся, да, то есть какие-то вот не вот цветастые там с цветочками, а какие-то лаконичные, одного цвета, и поэтому Ile de Beauté вот в этом плане они угадали. Вот на мой вкус вот это очень даже хорошо все выполнено, все здесь прописано, где они есть, в каких соцсетях, ну что же тут в коробочке. Скажу честно, то, что я тут уже шерстелку открыла, но дальше смотреть не стала без вас, потому что хочу как-то при вас. Шерстелка это вот это, потому что я ее хотела аккуратно раскрыть, и у меня не получилось. Открываем, и что мы видим? Вот такая вот была наклеечка Ile de Beauté, я хотела ее аккуратно оторвать. Не знаю зачем, но мне как-то вот захотелось. Первое, что мы видим, это рандеву с маркой. Здесь прописано Ile de Beauté Box. Что-то здесь пишут, я потом обязательно почитаю. Потом идет рекламка. Помадка Rouge. Я так понимаю, что она здесь будет. Оставь свой поцелуй, произведи впечатление. 14-15 апреля приглашаем вас в Ile de Beauté. Короче, я уже опоздала. Та-та-та-та-та-та. А, кстати, тут есть какой-нибудь путеводитель? А путеводителя нет. Первое, что мне попадается, это двухфазное средство для снятия макияжа от Clinique. Здесь 30 мл. Кстати, по-моему, вот такую штучку от Clinique я не пробовала. Обязательно попробую. И, конечно же, с вами поделюсь мнением. Потому что косметика Clinique, она достаточно сейчас стоит дорого. То есть, ну, это, мне кажется, такой, в принципе, люкс-сегмент. Ну, по моему мнению. Следующее что-то идет у нас. Я не знаю, что это такое. И здесь, подождите. Но тут написано то, что это с SPF 20. А для чего это? Это, наверное, для лица что-то. Ладно, разберусь. 10 мл. Пока прочитаю. Может быть, это какой-то даже лифтинг. Не знаю, девочки, посмотрим. В общем, вот такая вот штучка мне попалась. Нет путеводителя. Это огромный, кстати, минус. Вот сюда буду складывать, чтобы оно было вот здесь. Следующее, что мне идет. Мне идет кушон от Lancôme. Здесь положили в 0,3 беж печь. SPF 50 и H3 плюсика. Кушончик такой на пробу. Я так понимаю, это будет темный оттенок, так что я подожду, когда буду загорела, и обязательно попробую. Девочки, если пробовали такие кушоны, пишите в комментариях. Интересно узнать вообще. Среди обычных нас, девочек, а не топовых блогеров, потому что, ну, мнение обычного человека, оно интереснее намного иногда бывает. Так, крем. Крем для лица Dry Skin, роза, с розой от фирмы Coros. Это идет греческая косметика, насколько я известна. Тоже с косметикой Coros я не знакома, так что буду пробовать. Тут 1,5 мл. Думаю, в принципе, на разочек, на несколько разочков хватит. Кстати, хотите, я, наверное, сниму, буду снимать отдельные видео каких-то парфюмов, может быть, рубрику даже сделаю об ароматах, потому что самое смешное заключается в том, что я очень сильно люблю ароматы, и я прям утопаю, готова о них рассказывать часами, но почему-то у меня на канале нет ни одного видео о парфюмах, даже те ароматы, которые я покупаю, почему-то не попадают никак в кадр. Хотелось бы, конечно, рассказать об этом, поговорить с вами об этом аромате. Если есть желание, дайте мне знать в комментариях, я, конечно же, обязательно сниму видео и поделюсь с вами своим мнением, на что и как вообще стоит его покупать, какое мнение оно вообще вызывает. Это Mont Guerlain аромат, его здесь совсем маленечко,
Мне уже, по-моему, такой пробничек было, но в журнале мне попадался. Здесь его 7 милли... 0... Тут даже не миллилитра, 0,7 миллилитра. И это трепет, девочки. Вот сейчас я прям с замиранием души, потому что вот этот вот аромат Мон Париж, я его первый раз попробовала вообще в Ривгоше, и мне он понравился. Это первый аромат от бренда Yves Saint Laurent, который мне понравился. И поэтому, в принципе, вот эта вот коробочка была из-за него и заказана. Вот, кстати, глупо писать то, что после вскрытия 24 месяца. Зачем делать у ароматов вообще какой-то срок годности? Потому что почему, я, конечно же, расскажу вам тогда, когда я буду снимать свое видео о парфюмах. Посмотрите, какая милота. Ну, это правда, это мило. Это очень-очень мило. Это такой прям увесистый, хороший бутылечек. И, наверное, я увлекусь собирать вот такие вот миниатюрки. Или не увлекусь, буду полноразмерки покупать. Обязательно тоже расскажу об этом аромате свое мнение. Хотя уже, наверное, все их рассказали, но я тоже с вами поделюсь своим мнением о нем. Поставим его сюда. Так, что у меня упало? Что-то тут у меня уже попадало. Следующее, что мне попадается, это попадается шоссе, да, он попадается. Это у нас для век. Это у нас для век лифт, какая-то серия лифт. Коверкать не буду, потому что, ну, я сама не люблю, когда кто-то что-то рассказывает и коверкает произношение. Поэтому вот я вот так вот сделаю, вы прочитаете. Хорошая, кстати, миниатюрка, могу сказать, то, что косметика Шисейда, она достаточно концентрированная, по моему мнению. Я думаю, мне вот этой вот малюточки в 5 миллилитров мне хватит распробовать. Либо мне, либо, конечно же, отдам его более взрослому человеку. Следующее. Ого! Ни разу, кстати, не пробовала. Это маска под глаза Сефора с зеленым чаем. Насколько я помню, вот эти вот масочки у них стоят что-то по 300 рублей. Ну, обязательно попробую. То есть, как бы, я почему вам озвучиваю цену? Потому что мне когда-то сделали замечание, то, что я рассказываю о каком-то продукции и не всегда говорю его цену. Но насколько я помню, то, что я смотрела на сайте, то, что вот эта вот масочка, она выглядит еще вон там, так вот. Она, в общем, стоит что-то, по-моему, 280 либо 260 рублей. Так что очень здорово попробовать. И вообще зона под глазами, это моя тоже больная тема, потому что там у меня кожа очень сухая. И я очень мимичный человек. То есть я такой, знаете, я люблю погримасничать. И для меня зона под глазами, она еще там лет с 15 была уже актуальной темой ухода. Следующее. Make Up Forever. Натуська, Натали Стори. Тебе привет, мы с тобой буквально на днях разговаривали о мейкап, по-моему, мейкап forever, да, мы с тобой говорили, то что я побаиваюсь вообще отдела, я побаиваюсь корнеров в косметике MAC, потому что-то как-то меня блогеры зашугали с тем, что они очень, это очень дорогая продукция, тут мне вот попадается пробничек, кстати, опять какой-то очень темный, но очень даже, кстати, хочу сказать, удачно, 5 миллилитров здесь, Ultra HD, фондотинт. Короче, тоже не буду его коверкать. Все, наверное, уже знают эту тональную основу. Вот такая миниатюрочка, очень интересная. Обязательно попробую. Это, наверное, вот ее оттенок. Я не знаю, где здесь оттенок. А, вот, наверное, оттенок. Так, сфокусирует. Нет. Оттенок I315. Короче, вот такая мне попалась. И я обязательно, когда загорю, обязательно попробую, потому что очень много я слышала положительных отзывов об этой продукции. И мне тоже интересно попробовать. Так что вот, да, круто, мне попалась. И я попробую наконец-то. И следующее, что попалось, это у меня будет первый мой Benefit. И первый Givenchy помада. Rouge Edict, это у нас помадка. Слушайте, я так медленно снимаю, но мне прям правда любопытно это все. Я сейчас завизжу опять заново. Слушайте, вы, наверное, устали от моих визгов, но я не могу перестать визжать. 23-й номер Фуксия. Ну, это, знаете, это для таких шатенок. Вы посмотрите, какой оттенок. Это ж надо. Давайте я сводч поставлю. Я думаю, то, что... Посмотрите, какой оттенок. Она такая кремовая, крема. Вот если бы она была пыльная роза, это был вообще мой любимый оттенок.
Ну, красиво, блин, ну, правда, 1,3 грамма, тут она такая достаточно. Ну, распробовать ее хватит. Тут для меня это вот самый оптимальный, кстати, вариант помады, с учетом того, что я достаточно редко крашу губы, и для меня это вот прям вот хороший вариант, что попробую такие помадки. Следующее, что мне попадается, это Benefit. Это, я так понимаю, это их какая-то зреал. Это их какая-то новая линейка, наверное. Что же это? Что же это? Это тоже, кстати, какая-то помада-бальзам. Так что сейчас попробую. Сейчас попробую, сейчас попробую. Тут ее никто не открывал уже. Такая вот. Где оттенок? Листи роуз. Двойная. Как ты открываешься? А, вот. Посмотрите. Ну, ее прям много здесь, могу сказать. Прям, да. Упаковка, кстати, очень интересная. Она двойная. Прикольно. Сейчас же, кстати, это очень актуально делать такие двойные помадки. Ой. Ну-ка, давайте попробуем. Вот, кстати, ее оттенок. Ну, видно, да, что на две части. Очень довольна, обязательно попробую. А они такие обе кремовые. Обе кремовые, вот эта вот такая более, не сатиновая, она такая более кремовая, такая увлажняющая помадка. Посмотрим, что. Обязательно все попробую на себе. Так что вот так. Вот такой вот у меня, вот такая вот у меня коробочка красоты от Il de Beauté. Я осталась, честно говорю, вам довольна. Да, 1390 это, конечно, такая цена очень даже не бюджетная, это не 600 рублей, то, что мы раньше могли отдавать за коробочки красоты. Но все-таки я очень рада, очень довольна, мне все понравилось. Все здесь, в принципе, подойдет, и то, что я давно хотела попробовать. Так что вот так вот, девочки, с вами поделилась, рассказала. Извините, что оно такое сильно затянутое видео, но это вот, знаете, мне вот любопытно было все потрогать, посмотреть, все вот так вот. Так что вот, если вам было со мной интересно, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если вам нравится такого рода видео, тоже дайте мне знать. Я буду, может быть, почаще заказывать такие коробочки, несмотря на то, что это не бюджетно. И буду для вас снимать обзоры. Если вы досмотрели это видео до конца, вы большие молодцы. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. И всем пока-пока.